В соревнованиях приняли участие 4 команды. Школьникам предстояло продемонстрировать свою силу, ловкость и гибкость. Ребята прыгали в длину, подтягивались на перекладине, отжимали пресс, бегали стометровку. А самым непростым испытанием для них стал бег на 1 километр. Я, в общем, по жизни стараюсь заниматься спортом, мне нравится это. Ну и мне предложили, я подумала, зачем отказываться. Я участвую во всех соревнованиях спортивного вида, потому что мне спорт близкий. Я люблю заниматься спортом, я участвую во всех соревнованиях по футболу, волейболу, бегу. Мы все нормальные ребята. Все молодцы, спортивные. Основные задачи президентских игр – вовлечение в регулярные занятия спортом школьников, воспитание здорового и социально активного подрастающего поколения, а также активизация борьбы с пагубными привычками среди молодежи. Главными в такого рода соревнованиях были и остаются дружба, сплоченность и командное стремление к победе. В итоге упорной борьбы победила сборная 4-й школы. Они представят Десногорск на региональном этапе в Смоленске, который пройдет в середине мая.